Когда простыла и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг, необычайным цветным узором земля и небо вспыхивают вдруг. Сюда кривые руки и в дальний путь на долгие года. Так, стоп, стоп, стоп. Что это сейчас было? Ого. Мне показалось или что-то у нас не так пошло? Я смотрю, Эдуард, у вас есть теперь не только папины деньги, но и храбрость. Вы выросли. Да, мы выросли. Объявляй, Денис. В любой другой игре я размазал бы ребят по ширме. Но сегодня мы решили обойтись без всех этих склок и взаимных оскорблений. А поможет нам в этом Петр Кузьмич Чайковский. Ильич, придурок. Ильич, придурок! Наталья Андреевна, прошу вас, объявляйте скорее, пока не поздно. У дураков мысли сходятся. Именно по этому принципу работает этот квартет. Прошу вас, ребята. Если любовь, Сергеевна, будет и впредь упорствовать, то я пойду к Лариске, буду куражить с ней. Встреча с Лариской лучшая средство от одиночества. Но и любовь, Сергеевну, помни, не забывай. Агнеса Павловна, из бухгалтерии. Вы знаете, если бы на моем месте был Юрий Куклачев, он непременно сказал бы: а ну, вылезай из-под дивана! Кто мне это тут сделал? Кто мне это сделал? Но! Но я не Юрий Куклачев, а ребята не совсем животные. Знаешь, Денис, если бы мы тебя так анонсировали, как ты нас все время анонсируешь, я бы на тебя посмотрел. Знаете, давайте прекратим анонсировать. И продолжим наше шоу. Бернардо! Вазгена! Ох, Петр Ильич, что же вы со мной делаете? Наталья Андреевна, голубушка, искупите ребячий грех чем-нибудь фундаментальным. Пятиконечная вы наша. Стихотворение из лирического цикла «Плевок в душу». Одеяло убеждало, убеждала простыня, и подушка аргументы доводила до меня. Мол, встречаться с ним не нужно, что, мол, это не твое. Убеждала меня дружно все постельное белье. Браво! Знаешь, Наталья Андреевна, ты не ной. Не ты, а вы. Хорошо, вы не ной. Вы одна из тварей. Что? Божьих тварей. Как... Божьих тварей. Ну, конечно. Ой, боже мой, такое у меня хорошее настроение. Мне хочется вам сделать сюрприз. Подходите, ребята. Алло, я хотела бы заказать новогодний банкет. Я меню смотреть не буду, напитки, еда, все на ваше усмотрение. Нас будет 60 человек, у нас $25. Алло? Куда пошла? Она куда-то пошла сейчас. Алло, это опять я. Да ради бога. Записываю адрес. Скотопрогонный проезд. А дом какой? А, весь проезд? А по деньгам? А, мы уложимся, да? На чем вертели? У них там вертел. Спасибо.
Спасибо, спасибо. А это что за реквизит? А это не реквизит. Это Петр Ильич Чайковский. Пам-па-па-па-пам-пам-пам-пам. А-а. Встать в строй, Максим. Поздно. Включите страшную музыку. Вот теперь вам будет по-настоящему плохо. Да что ж такое? Да ну переборщил с мистикой, довели человека. Сердечко зашлось прямо хоть сейчас в жюри садись, ей-богу. Я прилягу до финалки, не могу так больше. Как вам не стыдно, ребята? А если вы состаритесь и с вами так? А мне остается только добавить, что КВН – это игра, у которой нет возраста. А у нас он, как видите, есть. Читать газетку или так лежать? Тебе решать. И в аптеку за снотворным побежать? Тебе решать. Можно встать с утра или не домогать? Тебе решать. Молодых своим борчанием донимать? Тебе решать. И все кроссворды, несмотря в ответы, реши попробуй, не под силу